Здравствуйте! Для любителей повышенной детонации и плавания тона наш Арпе ВЗ-3000, вот как он не настроен, посмотрите, дорогие друзья. Кстати, очень благодарен вам за конструктивную критику, потому что она помогает правильно развиваться. И я всегда только за. Не поленился, подключил приборы. И посмотрите, какая у нас скорость. Эталон 3150. Мануал допускает для данного класса аппаратуры 1,5%. То есть где-то от 3120 Гц до 3180. И вот у нас получается детонация. Посмотрите. Показывает среднюю взвешенную шкалу по 1. 0,15. 0,17 – это средневзвешенное показание детонации. Это на новый аппарат. Как на новый аппарат данные. Поэтому, конечно, при накладывании звука, так как имеется у нас, естественно, проигрыватель пластинок со своей детонацией, тоже близкой, около 0,1, 0,15 здесь. Плюс накладывается детонация, конечно, на пишущей деке. Что-то можно услышать при желании на инструментале, на скрипках, но скорее тут наложение звуков идет в стереосигнале, которое на данной музыке так слышится. А откровенно слышимой детонации здесь нету даже на инструментале, не говоря о попсе и роке. Почему? Потому что хорошие пасеки стоят, фирменные, дорогие, которые заказываю, покупаю в Германии у проверенного поставщика. Ролики отобраны из многих, и поэтому такой хороший результат. Вот по приборам все видно.